Добрый день! Меня зовут Елена, и я представляю вам второй выпуск нашей программы «Дачный сезон». Вас ждет много интересной, а главное полезной информации, поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Ну а генеральный спонсор нашей программы – АО «Чита Энергосбыт». Платите в одно касание, сэкономьте время для других важных дел. Вот и все. Теперь все гораздо проще. Чита Энергосбыт. Для обогрева теплиц я использую пластиковые бутылки разного объема. Вода в течение дня нагревается от солнца, а вечером отдает свое тепло растениям. Однако тепло дарит не только вода, но и натуральное дерево, которое согреет ваш дом и придаст неповторимый уют. Смотрим! Нет ничего приятнее для мастера, чем работать с натуральным деревом. А когда это дерево правильно обработано, то результат всегда будет на высоте. Добро пожаловать в настоящий столярный дом, где есть, ну, абсолютно все для качественного строительства. Например, мебельный щит, применяемый во множестве работ, связанных с деревом. Универсальный, разных размеров и с идеальной геометрией. Подобный материал просто незаменим. Или же поганажная продукция. Плинтусы, наличники, уголки и даже резной наличник, который несомненно украсит любой фасад или же внутреннюю отделку дома. Задумали второй этаж? Тогда вам точно сюда. Все комплектующие для самостоятельного изготовления лестницы, ступеньки, тетива, балясины, поворотные площадки. Все и в одном месте. Брусок сухой струганный с гранью 2, 3, 4 и 5 сантиметров. Декоративные колонны для беседок, мансард или же крыльца, фурнитура и элементы декора из массива дерева. Арки под заказ, подбор цвета, только индивидуальный подход, работа по городу и краю. Магазин «Столярный дом» – это высококачественная продукция, хвойные породы дерева, скидки оптовикам до 20%, любые виды расчета. «Столярный дом» предлагает лакокрасочные покрытия «Ренер» от итальянских производителей. Не потрескается, не выгорит. Горит на солнце, защитит дерево от влаги и ветра. Столярный дом, рынок Мегастрой, улица Вокзальная 3А, павильон 65Б. Мы работаем с 10 утра до 6 часов вечера, без перерывов и выходных. Лук-батон с марта месяца я накрываю пленкой. Земля раньше прогревается под пленкой, и лучок раньше созревает. К концу апреля у вас уже будет зеленый свежий лучок. Вы наверняка знаете, что лук отлично сочетается с мясными блюдами, особенно если они приготовлены на огне. А где купить настоящее вкусное мясо, я вам сейчас расскажу. Сочные, нежные, нереально вкусные купаты, которые просто тают во рту. А как их изготавливают? Берут свежайший фарш, приготовленный из 100% забайкальского мяса, и помещают внутрь натуральные оболочки. Что может быть вкуснее, чем продукт, приготовленный с соблюдением всех технологий и на производстве, давно зарекомендовавшим себя на рынке как одно из лучших? Купаты идеальны для любой компании и для любого вида отдыха, будь то посиделки у костра или уютный семейный ужин на даче. Сделать шашлык, барбекю, гриль, запечь в духовке или обжарить на сковороде. Купаты отлично сочетаются с любыми овощами. Хотите кулинарного разнообразия? Возьмите с собой не только купаты, но и отличные куриные крылышки в маринаде по уникальному рецепту. Для перевозки используется исключительно сухая заморозка. Вы не будете переплачивать за лед. Сочная хрустящая курочка никого не оставит равнодушным. Полуфабрикаты «Жалсабон» – это постоянный контроль качества, это более 8 лет работы и безупречная репутация. Полуфабрикаты «Жалсабон» – это доставка рефрижераторами по городу и краю. Полуфабрикаты «Жалсабон». Спрашивайте в магазинах Забайкальского края. Телефон для справок 8-914-351-86-86. В апреле мы также достаем из подполья клубнику.
Отрезаем прошлогодние листья, обеззараживаем и проливаем водой. А чтобы растения не погибли от вредителей, нужно вовремя обработать участок приусадебной теплицы от вредителей, таких как муравьи, тля и другие. А где купить дезинфицирующее средство, я вам сейчас расскажу. Очень удобно, когда одна компания с большим опытом работы может предложить сразу целый комплекс услуг, которые просто необходимы любому дачнику и не только. Например, грунт с биогумусом для рассады, для теплицы, для комнатных растений. Универсальный и всегда в наличии – от 5 до 60 литров. Удобрения, дающие иммунитет растениям к болезням и содержащие органоминеральные вещества. Все для пчеловодства. Современные секционные ульи, спецодежда, дымари, паровые ножи, кормушки, вощина, а также лекарства от болезней пчел. Средства от крыс и мышей уберегут ваш дом от хвостатых и непрошенных гостей. Особо актуальны сейчас эффективные спреи против клещей. Центр дезинфекции «Деснабсервис» оказывает услуги по обработке любых частных, бытовых, государственных помещений от вредителей. Приусадебные участки, парки и детские лагеря. Эффективное уничтожение тараканов, клопов, клещей, блох, муравьев, ос, мух, мышей и крыс. Обработка от плесени, дезодорация от запахов, уничтожение вирусов и бактерий. Центр дезинфекции «Деснабсервис» – это самые необходимые товары для дачи и дома. Это многолетний опыт и тысячи довольных клиентов. Центр дезинфекции «Деснабсервис». Рынок Витен, торговый центр «Стройград», павильон 8 и улица Анохина, 43А, корпус 2. При температуре воздуха 10-15 градусов, когда почва достаточно прогреется, самое оптимальное время для посадки чеснока. Перед этим мы грядку накрываем пленкой, чтобы земля прогрелась. Ну а где купить пленку, укрывной материал и все необходимое для дачного сезона в нашем следующем сюжете. Когда встает вопрос, где найти недорогие товары для дома, квартиры или дачи, я думаю, ответ очевиден. Как говорится, следуйте за мной, все покажу и расскажу. Садовая сетка по отличной цене, опрыскиватели широкого применения, обработка дома от муравьев и даже средства от сорняков, цветы самых немыслимых форм и расцветок или же готовые саженцы. Ну и как обойтись без лука-севка? Укрывной материал и армированная пленка. Здесь рай для дачника, для садовода-огородника, для каждого, кто занимается приусадебным хозяйством. А теперь пора за продуктами. Ошибся, за очень дешевыми продуктами. Шпроты в масле из черноморской кильки, окорока деликатесные очень вкусные, паштет печеночный, а говядина тушеная высшего сорта уже давно зарекомендовала себя. Чай индус и чай нури для приятного времяпрепровождения на веранде теплым вечером. Сгущенка вареная и не вареная, очень вкусная. Лапша, спагетти, макароны, рис, качество плюс отличная цена. Однако нам пора за мясо. Голени куриные свежайшие, колбасы вареные, копченые, сырокопченые, глаза разбегаются, ну и сыры, как без них. К чаю всего великое множество, просто смотрим. Сеть магазинов низких цен «Светофор». Теперь я буду закупаться только здесь. В апреле я досаживаю на рассаду все остальные растения, которые буду высаживать в июне уже на улицу. Это капуста, свекла, кабачки, тыква, все остальные цветы. И самое важное, чтобы семена и саженцы были от надежного производителя и имели сертификаты качества. А об этом нам расскажут гости нашей программы, специалисты Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
Приобретать посадочный материал необходимо у проверенных продавцов. Стоит воздержаться от покупки посадочного материала на автодорогах, на стихийных рынках, а также в интернете. Весь посадочный материал должен иметь документы, подтверждающие сортовые и посадочные качества. К таким документам относятся протоколы испытаний, сертификат соответствия, либо сводные реестры. Также обязательно наличие маркировки, которая содержит информацию об изготовителе, номер партии, культуру, сорт, краткую агротехнику. При выборе саженцев следует уделить особое внимание саженцам с закрытой корневой системой. Такие саженцы лучше приживаются и хорошо адаптируются к нашим климатическим условиям. Что касается корневой системы. Корневая система должна быть мочковатая, которая заполняет весь объем контейнера, в котором, собственно, реализуются данные саженцы. Корневая система должна быть не с какими-то поврежденными корнями, не со сгнившими корнями. Должен быть красивый, добротный корень с множеством маленьких корешков. Также к новому дачному сезону необходимо подготовить теплицу. Можно ее промыть внутри дезинфицирующими средствами, а где их приобрести, мы уже с вами знаем. Пролить землю крепким раствором марганцовки, и теплица готова к новому сезону. И как же приятно после трудового дня отдохнуть у себя на веранде, испечь шашлык в тандыре. А что такое тандыр и где его взять? Мы с вами сейчас и посмотрим. Бывает так, что полезные вещи создают уют, добавляя дому или даче непередаваемое ощущение комфорта. И это касается всего представленного здесь. Например, тандыры. Многие хотят приобрести, но немногие знают, где они продаются. Более 40 блюд можно приготовить с помощью тандыра на дачке под прохладной сенью черемухи. Азиатский кувшин из шамотной глины позволяет жарить шашлык, самсу, запекать овощи или лепешки, или же мангалы. Что удивляет, так это низкая цена. Рекомендую самим убедиться. Красивый мангал из 4-миллиметровой специальной стали не поведет от жара. Он не лопнет и не даст затухнуть углям благодаря специальным поддувалам. Для уютного семейного круга или для веселой и шумной компании есть специальные грили, которые пользуются все большей популярностью в России. Баня. Редкая дача обходится без нее. Строите новую или ремонтируете старую. Котлы и печи к вашим услугам разнообразных размеров. Купили печь? Обратите внимание на банные аксессуары из натурального дерева. Компания «Гранит». Тандыры, печи, котлы, мангалы, насосы. Одним словом, все для отопления и водоснабжения. Доставка и установка, собственное производство и постоянный контроль качества. Строите дом, дачу, делаете ремонт в квартире, тогда вам точно в «Гранит». Все для тепла и комфорта зимой и летом в одном месте. Компания «Гранит», улица Вокзальная, 3, геофизический микрорайон 22, улица Трактовая, 74 и Карповский тракт. Акт 103. В самом конце апреля, либо в начале мая, мы сеем морковь. Чтобы семена прорастали быстрее, их нужно завернуть в тряпочку за 2 недели до посадки и закопать в теплице на штык лопаты. Хочу сказать, что тепло, так же как и электричество, очень важно для людей. Особенно важно вовремя заплатить за электричество. А как это сделать просто и без проблем, мы покажем вам в следующем сюжете. Как быстро без очередей и комиссии оплатить электроэнергию? Получить справку, сформировать заявку. Скачиваем приложение в App Store или Google Play. Открываем и заходим на страницу для быстрой регистрации. Выбираем регион – Забайкалье или Бурятию. Вводим лицевой счет, свой номер мобильного телефона и электронную почту. СМС-сообщением придет код подтверждения, а также пароль. Вводим пароль и все. Весь процесс занимает 5 минут. С помощью мобильного приложения «Чита Энергосбыт» можно передать показания и оплатить электроэнергию без комиссии, узнать о состоянии лицевого счета, подключить автоплатеж, заказать справку об отсутствии задолженности, отправить обращение или сформировать заявку, а также оплатить коммунальные услуги других поставщиков.
Мобильное приложение «Чита Энергосбыт». Проще, чем кажется. И по традиции делюсь с вами простейшим рецептом ленивого хачапури. Сюда необходимо одно яйцо, молоко, разрыхлитель, соль, сахар и мука. Испечь на сковородке с двух сторон, и хачапури готов. Приятного аппетита! На этом наша передача подошла к концу. Я желаю вам хороших, богатых урожаев, чтобы дачные работы только радовали, приносили удовольствие и здоровье. До новых встреч! Всего хорошего! До свидания! We'll be right back.